Я проводил все свое время в каюте, читая комиксы. Мне хочется возвращаться сюда снова и снова. Нам предстоит 40-километровая поездка на джипе через сухие саванны. Они были напуганы, но смогли вернуться. Просто невероятно, насколько мгновенен их яд. Это осы. То, что мы рассчитывали сделать за 2 часа, мы сделали за 8. Никогда в жизни я не видел столько пчел. Они говорят, что пчелы находятся под угрозой исчезновения, но здесь, похоже, они понятия не имеют об этом. Это был наш худший кошмар, и он случился. На мой взгляд, эта экспедиция была чистым безумием. Я никогда не переживал ничего настолько жестокого. Никогда. Мы пытались найти себя, заблудившись посреди джунглей. Сейчас мы, может быть, еще сильнее заблудились, чем когда прибыли. Беспощадная реальность.